Друзья, всем привет! Меня зовут Паша Градецкий, вы на канале Lead Startup. Обязательно подписывайтесь на наши Telegram, YouTube каналы. Приходите к нам на крутые айтишные профессии, на которых мы индивидуально, лично с каждым закрываем их карьерные, профессиональные хотелки и делаем из них тех экспертов, которыми они хотят быть и развиваться так, чтобы потом было с кайфом работать. А тема этого видео – что такое холодные звонки? Холодные звонки – это продажа своего продукта людям, которые не искали его, потенциально не хотят его и, возможно, даже его существование не знают. И что важно, очень часто люди не ждут, что вы будете предлагать им свой продукт, соответственно, они могут сталкиваться с негативом, потому что сейчас очень часто люди получают какие-то холодные звонки, холодные сообщения, бездушные абсолютно. Чаще всего тот, кто звонит, идет по какому-то конкретному скрипту, он не заинтересован в том, чтобы получить результат, он не заинтересован в том, чтобы получить какое-то представление о реальных потребностях своих пользователей. Это просто холодный обзвон базы всем подряд, предлагаем одно и то же, долбим по скрипту. Если бросают трубку, просто набираем следующему. Я думаю, у каждого из нас были подобные диалоги с интернет-провайдерами, с банками, когда пытались предлагать кредитные карты или какие-то отличные новые тарифы, и когда очень сложно сказать человеку «нет». Проще всего, на самом деле, иногда, правда, бросить трубку, и мне кажется, что люди, которые занимаются холодными звонками, это более чем понимают, и у них высокая конверсия в законченный разговор посредством просто Лично мне, если мне звонят холодную, я не разговариваю с людьми. Обычно я в целом не беру трубку, если я не знаю, кто звонит, но иногда, когда я, например, ожидаю звонка, я не знаю, с какого номера, то я могу взять трубку, я могу услышать, что «добрый день, это какая-нибудь компания такая-то, мы хотели бы предложить вам», то я просто сразу бросаю трубку и все. И сразу же блокирую, кстати, этот номер тоже. Хотя это не помогает, потому что обычно звонят из колл-центра с большого количества номеров. Как сделать холодные звонки лучше и как их сделать более эффективными? Это не пытаться навязать покупателю, потенциальному покупателю свой продукт, а пытаться разобраться, какие у него есть потребности, и честно признать, что вы не знаете, нужен ли ему этот продукт, и постараться с ним поговорить, провести такое маленькое кастомер-интервью. В этом случае кажется, что конверсия должна быть побольше. Но в любом случае большое количество людей будут не очень довольны, особенно в современном мире, если вам звонят. Такая культура, в принципе, уже немножко уходит. Сейчас холодные звонки перетекают в холодные сообщения в WhatsApp, в Telegram, в LinkedIn, где угодно. Но при этом все равно огромное количество компаний этим занимается, и все-таки в основном не с точки зрения получить какое-то представление о своей целевой аудитории, а просто с точки зрения того, чтобы долбить по базе пользователей до тех пор, пока кто-нибудь да не психанет и не согласится. Если же вы все-таки пользуетесь холодными звонками, то если вы будете с уважением относиться к потенциальному клиенту, задавать ему вопросы, предупреждать его, что вы звоните в холодную, и при этом в случае, если вы встречаете отказ, быстро извиняться, желать хорошего дня и вешать трубку, то в этом случае можно сделать этот процесс не таким болезненным, не быть посланным миллионы раз, хотя все-таки быть посланным, но поменьше, и при этом не так раздражать людей. Отдельная сторона холодных звонков, немножко спрошу, это звонки в компанию, когда в компании звонят и предлагают какие-то свои услуги. Часто это сейчас просто письма на почту, но в любом случае все-таки еще это существует, хотя уже и немножко сходит на нет, потому что всегда необходимого человека из компании можно найти где-нибудь в LinkedIn и ему напрямую написать. Если же вы все-таки решили позвонить в компанию в холодную, предлагать свои продукты, важная задача – это выйти на ОПР, потому что чаще всего, если вы позвоните, вы столкнетесь с ресепшеном, с секретарем руководителя, если вы звоните ему, и здесь ваша задача – это пробиться к нему и постараться поговорить с ним напрямую. Конверсия, опять-таки, вряд ли будет высокой, потому что на текущий момент прекрасно все эти схемы уже известны, и их стараются избегать, особенно если это какой-то человек, который реально принимает решения в компании. Скорее всего, у него нет времени, чтобы разговаривать по телефону с левыми людьми. Но если все-таки вы этим занимаетесь, то это, наверное, самый эффективный способ. Это всеми путями пытаться не напугать человека на ресепшене, то есть того человека, который стоит между вами и ОПРом, и постараться пробиться к ОПРу. Но поверьте, история с достижением своей цели через LinkedIn, через какое-то более адекватное теплое знакомство, через какой-то адекватный диалог гораздо эффективнее, в разы эффективнее. Мы в Lead Startup холодными звонками не пользуемся, никогда не пользовались. Это довольно неприятно
как для того, кто получает звонок, так и звонить, на самом деле, очень неприятно. Мы связываемся только с теми, кто оставляет заявки, либо с теми, кто уже изучает наши продукты, с теми, с кем у нас есть какой-то контакт, либо мы точно знаем, что этому человеку потенциально интересно, но мы делаем это не через звонки, потому что в целом для меня в современном мире любой непрошенный звонок – это какое-то вторжение в личное пространство человека. Вот если вы пишете, например, в почту, в WhatsApp, в Telegram, всегда есть возможность просто не ответить, либо чаще всего, поскольку аудитория лояльная и аудитория реально интересуется вашими продуктами, чаще всего это что-нибудь типа, если это отказ. Нет, спасибо, сейчас не актуально, спасибо, что написал. Все замечательно, желаешь отличного дня, говоришь, что если будет актуально, приходите и... Все, расстаешься с этим человеком. Если он потом придет, у него не будет впечатления, что ты ему что-то впариваешь. Потому что и нет цели впарить. Потому что если вы работаете в теплую, вы понимаете, что вы закрываете какую-то потребность, какую-то боль своих пользователей, они вашим продуктом интересуются, ваш продукт дает им ценность. Соответственно, это как бы вин-вин. Это довольно экологичный способ вести коммуникацию со своими пользователями. Поэтому, друзья, холодные звонки, холодные сообщения имеют свое право на жизнь. Некоторые компании этим занимаются, некоторые нет. У тех, у кого есть огромные базы данных, у них есть какая-то конверсия. Но при этом я бы рекомендовал строить свой бизнес так, чтобы у вас была не холодная, а теплая аудитория, чтобы вы понимали, какую ценность вы доносите до своих пользователей, чтобы вы знали, что они интересуются вашими продуктами и, соответственно, закрывали бы их проблемы, их боли, давали им ценность, взамен получали продажи, строили свой бизнес и расширяли его не за счет того, что вы предлагаете в холодную всем подряд, а за счет того, что вы работаете над усилением ценности и над тем, чтобы как можно больше целевой аудитории, которая реально интересуется вашими продуктами, к себе привлечь. Надеюсь, было интересно. Приходите к нам на наши профессии. И всем пока и удачи!